Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Готика 2 Ночь Ворона. Версия, как видите, 1.0. Загружаем. Я, кстати, сбегал в долину рудников, так как у нас была миссия когти снайпера там какого-то мощного. Я поискал, и оказывается, я упустил одного единственного, вот это, который нужен, там вожак снайпера. Он там, где башня. Там же находится. Где башня только. И теперь нам надо кошелек Диего. Кошелек Диего взять, он тоже нам дал задание. Вот. Он находится вон там, где мы пребывали, в вагоне-тележке. Вот там он сказал, и находится кошелек. Давайте посмотрим. Так, по прибытию. Так. Где-то кожаный кошелек, наверное, это он. На площади, где прибываешь, там и, как объяснял, так мы и пришли. Если, конечно, тут другого кошелька нету. Хотя, насколько я помню, если я, конечно, могу ошибаться, хотя я в Адон играл, тут стоял орк. Валишь орка, и у орка забираешь кошелек. Ну ладно, может. Сейчас посмотрим. Опаньки. Нету. На площадке, где тележка. Смотрим. Так, ну тут никого нету. Я-то ищу второй вариант, если я все-таки могу ошибаться, что где орк обитал. Хоть бы сейчас бы не было орков, если сейчас тут... Ай-яй-яй-яй-яй, будет нам. Так. Нету. Ну давайте телепортируемся, нам еще... Так, телепорты, телепорты в долину рудников, Сардосу. О. Поехали. Горожанин, горожанин. Так. Ибрагим, так, кошелек твой крадем. Так, карта города хранится, долина рудников, карта священных алтарей, очень старая карта. Давай я ее возьму. Я знал. Какой клочок? Ну, та старая карта, что ты только что купил. И что? Я знаю таких людей, как ты. Почему ты не оставил ее себе? Я старый человек. И времена, когда я сам искал сокровища, давно прошли. Пусть этим занимаются. Те, кто помоложе. Что это за карта? Что это? Похоже, это карта. Но похоже, ты из тех, кто способен выйти. Ну, это понятно. А, где ты взял эту карту? Где ты взял это? О, я нашел ее в стопке старых карт. Продавец, должно быть, проглядел и... Понятненько. Ну-ка, давайте. Заходи попозже. И я уверен, что смогу приготовить что-нибудь интересное для тебя. Давай. Подождите, где карты? Моя руна. Карты, карты, карты. Очень старая карта. Какая-то хрень. Не совсем понимаю, у меня это миссия, да? А миссия нет, золото Диего. Так, что у меня здесь? Как дела? Ты хочешь сразиться со мной еще раз? Слушал не тех людей. Так. Тебе не стоит спрашивать меня. Так, я хочу сразиться. Я сражаюсь тут. Бои имеют сейчас лишь... Так я к тебе не подходил. Чего ты до меня докопался-то? Я даже поищи кого-нибудь еще. Здесь... Ничего, нет, ничего для тебя. Так. Мне нужно...
Нет, мне уже ничего от тебя не надо, конечно. Мне должно быть жаль этого беднягу. Если все будет по-другому. Так. Есть. Можно сказать и так? Я слышу. Ну, ты сам все. Так. Если все будет по-другому. По поводу Беннета. Так. Так, Диего, мне сейчас отдам ему кошелек, и мне как раз надо будет идти туда, конечно же. Так, так, Лирик, это вы мне нахрен не нужны. Так. Диего сидит. Вот. Где Диего? Я не был бы так уверен. Не тех людей. Ты куда делся? Ладно, не говори мне об этом. Пойди туда, сделай это. Блин. Не знаю, где его так отделали. Все будет только хуже. Валентина. Ладно. Первый раз слышу об этом. Это не удивляет меня. Дождемся вечера, он здесь вот на лавке должен будет сидеть. Ну, может, он где-нибудь спит, где-нибудь в таверне, там, не знаю, пиво хлещет. А, вот он. Так, я нашел твое золото. Я наш. Отлично. Очень хорошо. Послушай, я все еще не договорился. Я хочу, чтобы ты отнес это письмо Гербранту. Передай ему привет от меня. Хорошо. Без проблем. Так, золото Диеги, мы, вот видите, просто кошелек валялся. Вот так он, говорю, я в игра в ладони, он был у орка. Так. Рабочий. Что-то куда вы все делись-то? Эй, аляулю. Так. Я же охренительный вор. Сохраняем. Идем воровать у этого падла. Я не хотел, но тем не менее... Кто ты? Кто ты? Я Лариус, губернатор. Даже если я не кажусь тебе таковым в данный момент... То есть ты... Я, ну... Здесь командует этот лорд Хаген. Понятно. Как дела? Тебе до этого какой... Почему тебя не видел? Ну, мне-то вообще-то не ты нужен был. А где эта тварь? Эй! Корнелиус. Так, украсть его книгу. Крадем. Ну-ка, давай. Ты видел, как убили Лотара? Я не обязан отвечать. Лорд Хаген уже Эй, ты! Мне что, тебя избить, что ли? Что именно ты... Послушай, у меня нет времени на болтовню с тобой. Уходи, я сейчас никого... Хватит! Что ты видел? Я видел, как наемник нанес удар в спину, а затем он вынул свой меч и вонзил его ему... Ты в этом совершенно уверен? Да, конечно. Я видел, но мне правда сейчас некогда. Мне... Эй! Я тебе не верю. И что? Что ты собираешься делать? Так. Давай-ка вот этот вариант. Сколько ты хочешь? У тебя не хватит золота. Сколько? 2000 золотых. Вот золото. Вот. Лучше я не буду спрашивать, где ты. Правда, если честно, меня это совсем... Главное, что оно теперь... Так что произошло на самом деле? Я не видел, что произошло. Я получил золото за то, что обвиню этого наемника. В нынешние времена каждый сам за себя. Кто заплатил тебе? Тебе достаточно того, что я сказал. Ты готов подтвердить сказанное тобой перед лордом Хагеном? Я пока еще не выжил из ума. Эй! Куда ты делся? Давай-ка я тебя прибью. Мне все-таки мои-то денежки надо вернуть. Опаньки.
Вот так вот. Возвращаем мои денежки. Надеюсь, ты там и подохнешь. Так, я еще книжку не своровал. Дневник Корнелиуса. Читаем. Если Радус будет продолжать в том же духе, мне придется начать подыскивать себе другое место. Что странное произошло со мной прошлой ночью. Мне нанес визит один из этих парней в черных капюшонах, о которых ходили столько слухов. Предложил мне 20 тысяч за то, чтобы один из наемников был осужден. Так. Понятненько. Ну что вы на меня смотрите? Да, я здесь. Блин, сейчас поспать еще там лечь надо будет. Давай. А, мне же еще к судье надо забежать. Так. Корнелиус Солга. Откуда тебе? Вот, у меня его дневник. Ах, гнусная! Перед лицом новых доказательств мне не остается ничего другого. Властью данной мне, что с заключенного Беннета, Корнелиус должен быть немедленно посажен под арест. Можешь не беспокоиться. Значит, он уже понес заслуженное наказание. Ну, вот так вот. Как я должен найти Мейдал? Возможно. Так. Теперь мне надо тереться в доверие там еще. Так, сохранить. А если ему 20 тысяч заплатили, значит, они должны быть, по идее, здесь. Но я только 2 тысячи же взял. Так, тарелька. Блин. Нету ничего такого. Ладно. Так, тут нету такого, чтобы лечь, это сесть и просидеть до утра. Все. Черт, в чем дело? Спать до утра. Прекрасно. Так, я раз выспался. Подождите минутку. На выход. Сплю, да, в хороших домах. Грех жаловаться. Так, мне нужен ты. Лютера, сюда. Пойди туда, сделай. Мелодия Бимбл. И это правда. Вот он ты. Эй, ты! У меня есть особенные когти снэперы. Мой клиент будет... Вот кольцо. Покажи мне свой товар. Что у тебя есть? Ускорение зелья. Так, возьму. Грок возьму. А, ну-ка еще, подожди. Покажи. Череп возьму на всякий случай. Черную жемчужину. Все. Ополченец. Кто там с тобой? Горожанин. Пьянь. Рвань. Срань. Так, теперь ты. И чем? Пока ничем. Но в любом... И гнев богов был с ним. Понятие. Так, а что у меня там? Лакей судьи, куда глаза глядят, рабы ворона, поставщик оружия. Крупный торговец признал, что посылал оружие бандитам. Так. Я слышал другое. Эй! Так, ты мне нужен. Так, Диего передал тебе привет. Диего! Что? Кто? Он попросил меня вручить. Этого не может быть. Мне конец. Он что уже? Кто? Да, я должен... Это конец. У меня нет времени. Мне нужно уходить отсюда. Быстро! Если он найдет меня здесь, мне конец!
Есть. Что это все значит? Ты и твой приятель Диего уже... Оставь меня в... В наши дни даже не знаешь, кому верить. Так. Вот сейчас мне стало интересно. Меня больше ничего не удивляет. Убийца! Тревога! Да подождите вы. Прочь! Ну-ка. Блин, просто мне охота узнать, что это там случилось такого, что... Что за письмо я ему отдал? Подожди минутку. Я слушал не тех людей. Я очень хорошо. Он был в шоке и моментальный. Я так и думал. Боюсь, правда, что в первую очередь мне придется заняться обстановкой моего нового... Так, что значит теперь твой дом? Значит, да, от погреба до чердака. Я столько лет провел в невыносимых условиях, а потом на завтрак. Да, ты точно... Понятненько так. Так, с тобой все ясненько. Ты, короче, что-то так тебе понравилось? Как тебе... Ты думаешь, Гербранд... Заработал? Конечно. Он никогда не морал руки, когда... на моей совести тогда много чего было. Никогда не додумал. Ты никогда не говорил. А ты никогда и не... Да, понятно. Что ты не знал этого. Что значит? Он наслаждался беззаботно. Он жил здесь, купаясь в рот. Понятия не имею, куда он сбежал. Если ты ищешь его, попробуй пошарить. Я сам не лучше. Что на... Похоже, ты ничего не... Но ты прав. У меня ничего... Вот твоя доля. Ну хорошо, 500 золотых, смотрите. Я уже думал об этом. Это не мои проблемы. Теперь я могу сюда спокойно заходить, по-моему. В случае чего. Если все будет по-другому. В случае чего? В случае ничего. Будь добродетель, так. Труден и тернист. Стражник судьи. Горожанка, что ты здесь подметаешь-то? Как дела? Тебе лучше... Росла. Ага. Так ты хочешь работать на меня? Да, у меня есть небольшая проблема. Но я не знаю, могу ли я доверять тебе. Сначала... Так испытай меня. Хорошо. Принеси мне священный молот магов огня. Если тебе удастся это, я... Хорошо. Отлично. Но помни, если тебя поймают... Ну это я уже и без тебя понял, что если меня поймают. Ну пойдемте, зарабатывать свой опыт. Так. Вообще-то думал одежду горожанина надеть. Не говори, что ты не знал этого. Ладно. Ничего не изменится. Что у нас есть? У нас есть опасная дорога, посох. Ну посох где-то там валяется, я даже не... Что ты не знал этого. Не знаю, где его там найти. Сомневаюсь, что он там далеко где-то запрятан. Ходить, расспрашивать. Так. В этом месте порядок и хаос были. Насчет... Я знаю торговца, который... Его зовут Ферна. Отлично. Мартин предпринял необходимые меры, что... Пока нет. Тогда поспеши и как можно скорее отправляйся к нему. Это безопасно. Мартин. Падла, кто такой Мартин? И где Мартина-то искать? Ну ладно. Мартин. Это да. Море освободило землю. Может, это маг огня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Так, ладно, надо этого освободить. Блин, я сюда бежал. Вот, я не освободить. Я... Халву. Точно? Нет. Тогда не стой. Так. Как мне его сдать, я не знаю.
Болтон. Я... Иди, но не... Мне нужно... А? Ты? Это ты виноват, что... Так, ну с тобой понятно. Так, его, как я понимаю, освободили. Ладно. Потом зайдем. А то, видишь, наклепали нам мужика. Опа. Пойдем к магам огня. Будем потихонечку. Ты так и не хочешь, да? Муж думает по-другому. По статуэткой со своей решать проблемы. Как это типично для него, правда? Джора. Почти не отдыхает. Контар. Я не верю в это. Бальтран. Совсем жизни не стало. Блин. Покажи. Я слышала другое. Я видела их. Так. Кто это сказал? Мне тебе что? Записку надо дать. Мой муж думает по-другому. Так. Я слышала другое. Так, закладная. Как интересно. Если бы я видела это собственными глазами. Он слишком много болтает. Все об этом знают. Правда? Как интересно. Я не верю в это. Совсем жизни. Вот теперь можно попробовать. Так, хоть кто ты? Все будет только хуже. Как он? Ну, сейчас посмотрим. Только хуже. Давай. Блин, так вот. Вроде... Время поджимает еще. Сегодня будет короткая запись. Да. Точно? Нет, тогда не... Халвар. Что такое халвар? А я хакану, да? Ну, нахреначил. Ну, значит, что-то краденое ему надо туда дать. Пойду обратно заберу эти письма свои. Кстати, Барток, я у тебя там всех порешил. Знал об этом? Мой муж думает по-другому. Я не верю в это. Все. Покедова. И я улетаю на большом воздушном шаре. Блин, кому сказать о том? Аж голова так. Немножко... призадумалась. Вот он. Вот он я. Надеюсь, ты здесь один был. Кстати, кто играет в патче, где хранители есть? Скажу сразу. Это хранители, падлы их научкивают на вас. Вот. Чтобы потом... Ха! Неожиданности не было. Вот так. Это все-таки уровни ходячие. Блин. Ходят где ни попадя. Так. Ой-ой-ой-ой. Где ты? Хозяева? А, ты здесь? Эй! Что у тебя на ферме нового? Есть? Мои овцы постоянно пропадают. И кто-то постоянно крадет моих овец.
что... У меня есть под... Какие-то темные личности обосновались в пещере. Мне трудно. А, ну вот. Мои. Я... Пока. Так, в пещере. Это вот, это... Там раньше бандиты были. Вот. Которые овцу увели. А здесь получается... Ой. Убери оружие. Ох, черт. Давай. Вон в пещере обосновались. Ну, пойдем в пещеру. Почистим немножко. Подзаработаем уровни. Так. Только они, блин, как грибы. Без всякой логики тут расставлены. Ага, бандит. Подожди, у меня, знаете, что есть? Где ты? Превращение, превращение. О, призыв волка. Блин, я волка захреначил, да? А так бы волк бы его съел. Так. Так, я с призывного ничего, да, взять не могу. Ну-ка. Не бегаем здесь, не забывай. Опаньки. Нету никого, все. Ну, пойдем, овечка. Кстати, вот эту овечку можно также. Иди. Можно, допустим, к магам огня, там тоже взнос такой. Овечку можно вот эту овцу привезти, а можно взять на ферме Анара купить. Пойдем, пойдем. Я буду звать эту овечку Люси. Люся, пойдем, овца. Вперед, вперед. Ну-ка, не муму. Она бегает, мекает. Сейчас мы ее доведем. Жрут, падают. Полюбили на халяву пожрать мясца. Я тоже бы шашлычок поел бы, да? И свинины, баранины, говядины. Поросятину, без разницы. Лишь бы халява. Ну? Эй, ты! Очень хорошо. Вот несколько золотых. Я нашел тех, кто... Ты был прав. Это были бандиты из... Спасибо. Ты возьми это в качестве благодарности за... Есть? Нет, я... Ну, хорошо. Так, вот. Я должен... Пока. Сделали миссию по пути такую-нибудь... Ой. На. Он меня ждал. Представляете? Опа, на мосту-то точно должен был быть-то. Мосты перекрывать должны в первую очередь. Лошара. Вот этот наемник меня интересует. Ну, внизу по-любому там должен бродить. Ну, ладно. Бандит. С большой дороги. Так, ну, пока никого нету, чего странно. Сейчас надо молот выкрасть. Так, ты же хреново отзываешься.
Как дела? Оставь. Так. Ничего такого. Хорошо. Он думает, это так просто. Орлан, что ты скажешь? Он сам бы никогда не додумался. Как дела? Надеюсь, эти черные маги скоро... Почти никто не осмеливает. Это так. Плохой бизнес. Какая беспечность. Ну, вроде никого нету, все тихо, спокойненько у тебя. И на... Так. Там ничего нет. Там ничего нет. Ничего нет, ничего нет. Опа. Кто-то тут есть? Один стоит на берегу. Ага, ты меня еще и поджег. Я тебе только стрелу в пузо, а ты мне огнем пуляться. Пистоли огненного боя сейчас возьму и бах-бах в тебя. Так, ладно. Кстати, вот это Инусу я молился, нет? Помолиться. Ну вот. Не молился, оказывается. Или может каждый день там что-нибудь прибавляется. На. Получи. Кто тут есть? Ой, я что-то чувствую, я не туда иду. Ладно. Не в тот поворот зашел. Ничего страшного. Так. К магам воды пока не суемся, там нам делать нечего тоже. Не дай бог, в следующую главу прыгну. Да не подготовленный. Так. Поворот не тот. Надо чуть назад. Чуть-чуть назад. Так, кто у нас тут? Опа. Да, опа. Да, опа, тушеньки. Вот он. Давай, тоже должен быть уже где-то тут. Нет, смотрите-ка. Почему-то свободный проход. Ты их поджигал, что ли, тут? Эй, ты! Изгород. Благословляй. Так, покажи мне свои товары. Так. Страх. Ну, возьмем. Малая огненная буря. Ледяной блок. И это тоже уже баловство. Ну ладно. Я думаю, шаровая молния. Вау, шаровой нету. Превращение в лукара. В овцу. Вот что меня еще может поинтересовать. Я тебе знаешь, что дам? Я тебе дам. Простой кованый меч. Грубый тесак. Грубый меч. Шпага. Нет. Изысканный короткий меч. Пусти. Помогите! Чё ты? Куда ты?
Ты что, их боишься, что ли? Я ж тебе ничего плохого не сделал. Ой, ой, конь педальный. А, вот он. Вот это капитан корабля. Эй, ты когда-нибудь был в... Может быть. Они все еще набирают людей. Я просто не знаю, куда еще... Куда идти? Так, кошелек. Кофелек. Откуда ты? Я был капитаном большого китобойного. Мой корабль, я очень хотел поскорее опять. Единственный корабль, пришвартовавшийся в хай. И что мне теперь делать? Так. Тебе лучше. Не волнуйся. Я уже заметил. Последние пару дней. Тебе не волнуйся. Так, ладно. С тобой разобрались. Можешь назад пока идти, там никого нету. Ух ты. Педро, Песло, тот там. Ушел. Он думает, это так просто. Как ты смог добраться? Откуда такой вопрос? Я проскользнул через проход. Должен признать, что это было непросто. Уйти от всех монстров. Я везде почистил, не надо мне. Ты знаешь? Нет. Будь осторожен. Мне нужно попасть. Я не могу пустить тебя в монастырь без разрешения верховных магов. У меня есть письмо. Покажи. Покажи. Показал. Ты через многое прошел, да? Так. Ключ. Опа. Я не знаю, почему тебя пустили в монастырь. Я не хочу, чтобы ты отрывал их от работы. Кто сказал тебе это? Конечно. Очень на... Лучше не говори, не надо. Я всегда поступаю так. У тебя есть. Я вижу, ты решил сражаться. Да. Тоже мне большое. Как читателю библиотеки, тебе выдается ключ от нее. Если хочешь, ну оставь в покое. У меня нет времени на это. Хорошо. Глаз Иноса. Видно. Потом, где мне найти? Ему стоило 100 раз подумать. Ладно. От этого будут одни проблемы. Кстати, святую воду здесь набирать можно, если я не ошибаюсь, если вы играете в этих. Да. Это абсолютно. Что я могу сделать? У тебя есть. Хм. Нет. Ничего интересного нет. Ему стоило 100 раз подумать. Пирокар, так. Жители Хариниса. Мне это известно. Они же пытаются выяснить причины странных землетрясений. До сих пор они не давали мне понять, что им требуется наша помощь. Да, но... Никаких но! Так. Я пришел. Любой, кто полагает, что он может не только найти этот священник. У меня для тебя пи... Давай, читай. Старый пердун. Я вижу, ты получил позволение лично от лорда Хагена, но, боюсь, мне придется разочаровать тебя. Глаз Иноса был... Так, кто это сделал? Кто сделал это? Зло коварно и обычно действует тайно. Крайне редко можно... Но в эти дни все стало по-другому. Да кто сделал-то? Ты что, мелешь? Это означает только, что он больше не боится своего противника. Один из наших самых верных последователей, Педро, кандидат на священную робу мага огня, неожиданно изменил свою веру. Враг овладел им. Но не Педро пробил себе дорогу мечом в нашей... Я боюсь, что он просто слишком много времени проводил наедине за воротами.
Я пришел. Что ты можешь? Враг сформировал там армию из орков и драконов. Мы уже узнали это от Милтона, но что насчет... Шахты, в которых идет добыча в долине, не могут удовлетворить потребности короля. Дни становятся темнее. На меня напали люди в черном. Я знаю. Это ищущие. Приспешники Белиара. Будучи одержимым, ты больше не будешь самим собой. Только здесь. Вот. Это руна. Помни, мы должны сопротивляться. Так. Куда побежал? Педро убил несколько послушников, пытавшихся остановить его. И многие послушники бросились за ним в погоню, чтобы вернуть глаз. Если ты хочешь догнать их, то поторопись. Пока. Так. Как на... Да встанет и... Блин, твое благословение мне. Еще одно. Никто не знает, как... Тебя не должна волновать это. Не так быстро. У меня есть еще. Наемник вроде тебя мог бы очень... Давай. Кого я? О, Инес. Никого, конечно же. Это дело... Саландрил, алхимик из верхнего квартала, виновен в серьезном преступлении. Однако он отказывается прибыть в монастырь для... Как ты сделаешь это, меня не волнует. Но ты... Разве... Ополчение отвечает только за город. Это... Нет проблем. Хорошо. Мы ожидаем... Так. Ты... Свободен. Ни хрена себе свободен. Я тебе сам... Стой. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Эй! Так. Что ты? Я не должен говорить с тобой. Ты не... Я... Хоть только... Рано или поздно это должно было... Дала. А ты? Я похож на... Ну, так, что ты хочешь? У меня проблемы с одним из послушников, он шантажирует меня. Давай, выкладывай. Игорац. Так зовут этого послушника. Он угрожает передать их... Может, ты сделаешь? Ну, конечно же, и... Сколько? Ну, у меня не... Я бы так не смог. Я посмотрю. Правда? Тебе нужно только выяснить, где и гора... Расслабься. Рано или поздно. Да. Это должно было случиться. Ты... Все Я не хочу... Где он держит? Подожди, наемник. Чего ты хочешь? Монастырю необходимо решить очень... В настоящий момент, похоже... У меня есть поручение для тебя от первосвященников. Ты не являешься членом Братства Огня, но я должен предупредить тебя. Если я дам тебе это поручение, ты будешь... А что нет? Я всегда поступаю... Скажи... Хорошо. Тогда Серпентес хочет, чтобы ты убил Педро. Когда ты выполнишь эту задачу, тебе немедленно... Я ничего тебе не говорил. И ты... Я бы так не смог. Я не люблю. Никто Они не должны не очищать свой... Я не потерплю. Этого я тебе скажу. Я не потерплю. Не терпи. Возможно, я говорил тебе... Так. Нам ну... Да. У тебя есть... И чтобы это... Несколько листков бумаги. Да. Короче... Чтобы... Если бы я знал, что этот слизняк наложит в штаны из-за нескольких кустов болотной травы... Он должен выращивать болот... Конечно. Мы могли бы хорошо заработать на это. Сколько? Вообще-то говоря... Но у меня нет желания рисковать свои... 300 монет! И... Где? Ну, конечно же, я не держу их... Где они? Я запер их в сундуке. Ну все. Это абсолютно очевидно. Добро пожаловать. Мурдук, мне послышал, мурдак, прочитал. Никто никогда не спрашивает. Я пришел. Тогда добро пожаловать во имя гостеприимства. Но не забывай, что ты в гостях. И почему я не слышал об этом раньше? Я лучше не буду вмешиваться. Что? Я готовлю... Сражаюсь против зла. Но... Правильно. Паладин, мы все... Так, ну это я так без тебя за... Тебе должно быть... Что? Зло. Только те из...
Он думает, это так. Чему ты можешь научить меня? Я эксперт в магии льда, и... Возможно, однако... Есть. Да, он украл глаз Ин. Да, что? Блин. Один из паладинов Лотар был убит на улице. Прямо... Я лучше не буду вмешиваться. Беннет невиновен. Откуда ты это знаешь? Я нашел доказательства. Иногда мне кажется, что предательство и жа... Что? Мы будем преследовать... Для этого сначала... Мы скоро выясним я это. Лучше не буду вмешиваться. Клянусь Ин... Я так и сказал. Куда? Я не знаю, он выбежал из... Неважно, где он скрывается, я под каким... Не буду вмешиваться. Так, ладно, мне придется его искать, я, наверное, знаю, я где он не может быть. Точно не... Гарантирую, конечно, точность. Я слышал о тебе. Вот и все, теперь еще и да, почувствовал. Ты уже знаешь, что я думаю. Ничего не изменится. Так. Как говорится в Писании. Что мы? Не стоит надеяться. Имеем библиотека. Как будто у меня без этого мало проблем. Никто ничего не хочет знать. Книжный стенд. Ну, можно тоже подзаработать некоторые. Четвертый круг. Шестой круг. Что ты? Что ты делаешь здесь? Раз... Нет ничего нового. Добродетели Труден и Тернист. Ему все... Я очень надеюсь на это, ради твоего же блага. Если же ему удастся уйти из-за того, что ты болтаешься здесь, я... А в чем меня... В заговоре с врагом. Не нужно больше... А теперь не теряй времени, поп. Ты знаешь, что тебе... Падла. Ну и хрен на тебя. Я мастер Хиглас. Так, и что? Что ты изучаешь? Я посвятил себя из... Это его дар. И в то же время... Ну давай, в его дар. Второй круг, шестой круг. Третий круг. Первый, два, три. Так. Какой-то один из них лишний. Испытание огнем, вот оно. Говорю же лишний, там 4, 5, 6. Идут. Так, у меня тут сейчас дела еще. Я так и сказал. Пойди туда, сделай это. Что ты? Мы пытаемся вырастить... Лечебные травы. Ему стоило как ты всего лишь... Подумать. Блин. Так, здесь вот вино делают. Тоже можно забабахать. Миссию. Только у меня в ладони она была. Здесь не знаю, будет она, нет. Мои обязанности многочисленны. И, кроме того, я заведую винным погребом. Поэтому, если тебе что-нибудь нужно, ты... Вот статуэтка, которую должен был принести в монастырь. Это еще раз доказывает твою... Так, это я все забираю, ты уж извини. Так, страх. Давай, возьмем. Так, ледяная стрела. Хрень полная. Так, ледяной блок. Ну, можно попробовать. Огненный шар. Не факт, не пробовал. Свет забираем. Сон заберем. Щипцы. Ладно. Щипцы это вроде для создания рун. Требуется. Понятия не имею, скажи мне. Бабо. Ты все. Я не хочу. И это еще не все.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Да. Что тебе было нужно там? Что тебе здесь нужно? Уходи, умный мальчик. Путь добродетели труден и тернист. Блин. Ты уже знаешь, что я думаю. Сколько времени-то он спать, когда будет ложиться? Пойди туда, сделай это. Ты уже знаешь, что я думаю. Я бы так не смог. Ну, все возможно. Я лучше не буду вмешиваться. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Алхимический стол. Ну, давайте вскрываем. Так. Ну, не очень сложно. Так, надо эти чаши уже сдавать куда-то, золото это. Так, со статуэткой мы разобрались. Статуэтка Иннеса. Хоть миссию завершили, блин, а то меня задолбал этот драгонир, или кто он там, этот гребаный пирокарыща. Здесь мне нужен ключ. А, ключ нужен. Хорошо. Ну, давай для начала. Так. А что здесь у нас? Понятненько. Что? Что-то случилось? Я не хотел. Ты уже побеспокоил. Ну, я хотел украсть, во-первых, твой кошелек. Могу я? Я передаю свои знания. Не мог бы ты? Ты сомневаешься в моих... Отлично. Не так быстро. Сколько ты просишь? За само при... Свари мне зелье. Хорошо. Да, вот. Хорошо, спасибо. Сейчас я дам тебе зелье. Ну ладно, мне пока... Хватит, значит, ты меня учить не будешь. Зелье варенье. Я бы так не смог. Я бы не доверял тому, кто сказал тебе... Так. Обокрали. Ну что у тебя еще? Что? Что это? Здесь хранятся какие реликвии? Здесь... Молот Иннеса, который мне надо украсть. Я, кстати, помолюсь за твои деньги. Так, сохрани. Где-то у нас... Так, сон. Я так и сказал. Ты уже знаешь, что я думаю. И вот мимо того можно пройти двумя способами. Первый — это, по-моему, в лесного жука превратиться и пройти. Тебе нельзя и... А второй, вроде бы, если не ошибаюсь. Никогда бы не подумал. Только...
Нет. Не действует. Ему стоило лучше подумать. Рано или поздно. О. Должно было случиться. Тебе не стоит спрашивать. Блин, чуть не превратился в полевого хищника. Пойдем. Что эта тварь делает здесь? Тупая тварь! Ты охренел, что ли? Так, загрузка игры. А как вот его можно отвлечь? Так. У меня, по-моему, нет превращения в мясного жука. Не стоит надеяться. Ничто не изменится. Волка, варга, ящера, снеппера, вовту, мракориса, падальщика, лукара. Тоже мне большое дело. Понятия не имею, скажи мне. Ну-ка. Тебе нельзя, и нас. А ничего, что тут волк? Тебе нельзя идти дальше. Так, подождите-ка. Тогда? Тогда нет. Тогда я загружусь еще. Лучше заново еще загрузиться. Скоро надо будет завязывать уже. Мне туда надо. Молот я украл. Это было легко. Так. Теперь мне надо как-то поспать. Так, что у тебя еще есть для меня? От этого будут одни проблемы. Так. Кубок ветра, зачем он мне? Ладно, возьму на всякий случай. Так. Поверь мне. Я не люблю. Они должны. Я не потерплю об этом раньше. Рано или поздно это должно было случиться. Ты уже знаешь, что я думаю. Ладно. Он думает. Чуть попозже придем. Прийти мы сюда уже все равно сможем в любой момент. Камень телепортации. Ты знаешь. Ты думаешь, я стоял? Он должен заплатить за то, что сделал. Ты должен помочь нам. Помогу. Я даже предполагаю, где он. Либо где это кольцо, это где арбалет поднимали. Арбалет кого там, Драгомира или кого-то. Мимо тебя? Да, конечно. Тут один проход, куда он еще-то может побежать? Он прыгнул в воду с моста и поплыл так. Есть. Как ты думаешь? Возможно, но... Хватит нести чепуху. Ну что ж, повторим его подвиг тогда. Йоху! Поплыли. Только морских чудовищ мне не надо, пожалуйста. Так. Ну да, кстати. Каменному кругу мы плывем. Так. Где мне лучше всего выйти-то на берег?
Ну, смотрите, кстати, он не сыкнул. Сначала дрался с этими. Кто он там? Блин. Ну-ка, работай. Вот так. Сначала дрался с магами там, со своими корешами. А потом уже все. Давай, давай, давай. Не сюда, да? Нет, не вылазит на берег. Ладно. А, во, вперед. Все. Выбрались, можно так сказать. Здесь-то мы были. Не забыли, что здесь... Если вы играете в Вадон или еще какой-то там, есть яйцо падальщика найти, или яйцо паука, или еще что-то. Вот здесь вот ищите. Там оно есть, это яйцо. Не надо хватать себе за штаны и трястись, конечно, тут. Ты пожалеешь об... Я уже пожалел. Так. Зачем тут факел сжженный? Кто бы мне подсказал? Кто подсказал бы? Для какой цели они? Куда-то вставлять, наверное, да? Я знаю, что которые не зажженные, их можно зажечь. Это вот даже вот, которые стоят вот здесь вот. Фонари. Их зажечь можно. На. Вот так. Идем. Так, надо к Ватросу, что ли, зайти еще это. Все. Разобрался. Так. Зайдем к Ватросу. Все-таки негоже человека оставлять. Рапторы. О, есть кого пострелять. Мне еще, блин, до этого идти. Так что разницы нет никакой, в каком порядке я это буду осуществлять. Так, это прямо бегу. Еще прямее. Давай. Я так думаю, вы хотя бы в одной комнате соберетесь, если я сейчас отдам этот свиток вам. Последнюю часть. Как далеко вы находитесь, я даже не подозревал об этом. Так, не парился. Насчет проп... Да? Я нашел. Отлично. Теперь у нас есть... Мы используем наши... Вот. Давай. Возьми, следуй. Следуй за мной. Так, ты кто? Подожди минутку. А можно как-нибудь побыстрее, пожалуйста? Так. Кто тут остался? Эй, ты! Теперь я принадлежу. Я вижу на тебе наш тайн, а еще по твоим глазам. Хорошо. Но помни, и я надеюсь... Поступать справедливо. Так, у меня есть для тебя послание от Ватроса. Меня?
интересно. Ты можешь... Чтобы ты опять... Нет! У меня нет... Блин, а почему вы все так козлы? Вот ни хрена себе. Вот вам и спасибоньки. Ватра. Ага. Это реально. Ты можешь? Да, конечно. Так, ну не надо мне. Ешь? Да. А теперь отойди назад. Давай. Шух, в руки вверх. Что по времени у нас? Еще. Еще давайте. Ну блин, вы такие, мы такие. Быстрее. Так, ну под эту огненную вспышку я точно не встану. Снова соп, ты принес нам недостающий фрагмент. Иди к Саторусу и, надеюсь, подожди минутку. Где Саторус? Подожди минутку. Дай мне. Хорошо. Вот, если не... Подожди минутку. Чтобы... Нет! Так, ладно. Сейчас открою портал и нахрен отсюда. Дерну. Только я не помню, меня засосет туда, по-моему. Ну ладно, я готов. Пока вы дойдете, я уже все сделаю. Итак. Вот оно. Колечко. Опа. Портал активирован. Звездные врата открылись. Кстати, так странно. Запечатан был камнем каким-то. Куда камень исчез? Кто-то печать почему раньше не исчезала? Так, они... Подожди минутку. Подожди минутку. Что, чего ты ждешь? Так. Подожди минутку. Ладно, портал открыт. Я наверх за этим Пабло сначала. Просто пока немного хотя бы светло. Надо успевать. Блин, я еще ни одного круга магии, магии не выучил. Хранил эти. Для того, чтобы магию изучать во всех ее видах, начинаниях и извращениях. А меня бреют. Ладно. Я припомню вам. Так. Еще немножечко. Все, я вышел. На. Вот так. Так, тут у нас кто-то остался, нет? Нету. Черный гриб. Да нет, у меня пока всего хватает.
от слова пока совсем всего хватает. Всех этих когтей, которые на продажу надо собирать. Так, мне надо наверх. Когда мне трупы паладинов там попадаться будут? Он же там всех их порешил. Зверюга. Опа. Так. Давай. Вот он. Но это не Пабло, это естественно. Мертвый послушник. Так. Еще немножко. Что-то я этих черножопых не вижу. Где они? Так. Сейчас у охотника спросим. Он должен быть видеть это тело. А, вот все-таки правильно иду. Господи, сколько их перебил. Эй, ты! Сегодня здесь прошло много разных странных... А недавно с ними... Так, ну ладно. Вон они, клоуны. Ну действительно клоуны. Господи. Стоят, ждут меня, кстати. Кстати, меня ждут. Так, куда мне? Опа. Чувствую, как-то маленько не так иду, конечно. Вон он ищущий, я что-то сомневаюсь, что он один. Вон он. Какой-то обряд они там делают. Блин, прилетело все-таки. Так, сохраняем. Да и то, что их двое, тоже можете не рассчитывать. Ни хрена их там не двое. Ближе. Так. Давайте-ка применим немного магии. Мне нужен... Армия тьмы. На. Вау. Так они хорошо работают, смотрите-ка. Вау. Да если б я знал. У кого я забрал? Надо будет благодарность. Так, глаз Иноса у меня. Кто еще тут на меня?
Пойдемте. Так. Как вы против орков-то деретесь? Нормально, нет хоть? Так. Как я понимаю, армия тьмы эффект времени. Ладно. Мы с вами... А куда у нас телепорт это? Так. Телепорт к Сардасу, телепорт в монастырь. Так. А, кстати, труп Диего я так и не нашел, ну и хрен на него. Так. Я нашел гласим. Но этого... Его заполучили в свои руки заказчики весьма отвратительного вида. Они выполняли странный обряд. Да пребудет с нами Ино. Даже в своих худших кошмарах. Что мы теперь можем... Враг стал очень опасен. Но все же это древний артефакт. Мы должны исцелить глаз. И я даже представить себе не могу, что теперь ждет всех нас. Иди в город, к Ватросу, магу воды. Что такое? Каждый год все это место... Ну, понятно. У меня никогда даже мысль такая не появлялась, что... Почему Ватрос? Ватрос — слуга Аданоса. Только знание магов... Это все, что... Ну, давай. Так, надо подождать, да, еще какое-то время. Так. Что тебе здесь нужно? Уходи! Ой, 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 да я ушел. Не так уж сложно. Подожди минутку. Так. Вот он, сундучок. Уходим. Блин, близкий. Эй! Я на... Правда? Спасибо. Да, да. Это действительно мои? Вот, держи. Вот, держи. Да, все на меня. Ты читал их? Это имеет какой-то... Нет, когда они у меня... Теперь я надеюсь, что смогу... Ну все, спи. Блин, а как мне? Тихо. Мне... Что у тебя есть? Телепорт к кругу к солнцу, конечно. Вот можно... Так, у тебя армия тьмы, нет? Нет. Откуда у тебя такая роскошь? Мне надо... Давайте-ка я попробую... Так, ну он ночью-то тоже там. На. Да. Слишком нагло. Сейчас. Да, это слишком нагло. Ну-ка, как можно еще туда пробраться-то?
Надо, чтобы он с кем-нибудь воевал. Так, а что у нас есть? У нас есть... Я не понял, где демон-то? Он здесь не... Да, он высоко слишком, надо скелета поди вызвать. Так. Как мне туда хочется прорваться. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. В городок, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо. Вот так. Итак. Ладно. Еще можно в мясного жука превратиться, это точно знаю. Я просто так в прошлый раз проходил. Так, а что у нас здесь? Хоть на что-то, блин. Сгодилось. Так. Так, там меня ждут неприятности. Что у меня тут еще есть? Ага. Нет. Не получается. Тут книга какая-то была, на столе лежала, на краю стола. В ладони. Тут такого нет. Еще, по-моему, сундучок, может быть, был. Ну, давайте сходим, посмотрим. Готовы? Ох, я в прошлый раз здесь бегал, даже взломанный. Опа. Так. Так. Скелет маг. Там ничего нет. Нечего взять. Так, ладно, давайте очистим коридор. Да где ты застрял-то? Прям слышу, что где-то застрял. Зачем вы, правда, здесь нужны? Это специально, наверное. Так. Здесь мне нужен ключ. А вот где ключ, я, честно сказать, не помню уже даже. Хотя можно путем превращения туда попасть. Так.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Так, а где его можно взять? Не пойму. Чего меня назад откидывают? Ну ладно. Как бы то ни было, так, молот я украл. Телепортируемся. Так, в замок. Так. Поехали. Ну что ж. Так, а, нет. Миссию сейчас завершу одну при вас. Последнюю миссию, это вот с судьей. Только она не совсем завершится. Я завершу только то, что молот надо было украсть. Хотя нет, давайте уж в следующий раз, потому что миссия будет продолжение от нее. Так, что у нас там? Что ж, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!